В пятницу представители этой профессии не были в белых халатах, хотя в зале Центра культуры и досуга «Восход» собрались исключительно медики. Они отмечали свой профессиональный праздник. Я верю в то, что мы с вами все сделаем, что мы обязательно улучшим демографическую ситуацию. Это значит, увеличится рождаемость, это значит, снизится заболеваемость, смертность. Безусловно, потому что наши люди достойны качественного медицинского обеспечения. По традиции лучших работников здравоохранения города отметили почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения области и руководства клинической больницы. Профессия врача – это для меня, конечно, жизнь. Я уже работаю в этой специальности почти 25 лет, и поэтому я ничего не вижу, кроме как профессии врача и работы врача. Помимо торжественных речей и награждений, димитровградским врачам был подарен праздничный концерт. Причем артистами на сей раз были сами медики и их родственники. Татьяна Алексеева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.